Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Ми продовжуємо вас, шановні телеглядачі, знайомити з кандидатами в депутати, в органи місцевого самоврядування, а також з кандидатами в мери Одеси. Сьогодні в нас дуже цікавий гість Євген Червоненко, екс-міністр транспорту України, екс-губернатор Запорізької області, екс-народний депутат. Ну, багато можна перелічувати ваші заслуги. Вітаю вас в нашій студії, пане Євгене. А чого не перший заместитель мера Києва? Ну, я ж кажу, дуже-дуже-дуже ми півстудії лише витратимо на те, щоб вас представити. Ні, ну, річ же йде о мерських виборах. Ну, добре. Якщо казати, власне, про мерські вибори, ви вже заявили про те, що ви будете балотуватися в мери Одеси, подали документи. Чому саме Одеса? Чому вас, чим зацікавила ця посада і чим ви йдете до одеситів? Ніщо на землі не проходить безслідно. У каждого человека, давайте сразу четко, я подал документы уже, я жду решения окружной комиссии. Почему Одесса? Есть вопросы, которые вначале понимаешь сердцем, а потом уже строится мозг управленца, менеджера, государственного деятеля и так далее. У меня с Одессой связано очень много, полжизни. От эмоциональных до государственных, спортивных, дружеских и, в конце концов, могилы моих друзей на разных кладбищах и учителей. К Одессе я шел давно, выборы прошлого года, вы знаете, я выступил достойно, набрал больше всех процентов из всех проигравших, когда все мои визави по выборам Колев даже не устроил ни одной встречи, и в биографии проблемы. Я кричал все время, что читайте биографии, чудес не бывает. Но людям порой удобно, порой лежа на диване или в своих заботах, которые никогда не заканчиваются, и отвлекают поверить в какое-то чудо. За этот год мы увидели, что чудо было с точностью наоборот. В Одессе мой первый тренер и мой наставник, это первый в СССР заслуженный мастер спорта Сергей Вукович, я стал первым заслуженным мастером спорта в Украине. Он меня привел в сборную Украины и Советского Союза. Я губернатором прилетел в туман, сам сел за штурвал, вторым пилотом мы сели. Но я был на его похоронах, а перед этим на его 60-летии, когда он на лошади заехал в ресторан с его стартовым номером 2. Ой, Господи, 2000 год, я глава Госрезерва. Ну, если закончиться спортом, самая моя сильная команда Червоненко Рейсинг, когда она называлась Dream Team Ukraine, профессиональная команда, самая мощная в Украине. Я не покупал, хотя были предложения и вице-чемпиона Европы, француза Брайана Буфье и других, сына Ари Ватанина. Я пригласил двух одесситов. Юрия Кочмара, моего друга, и Виталия Пушкаря, которого впоследствии Виталия я довел до звания чемпиона Европы среди в стандартном классе. Юра погиб. Сегодня по списку со мной идет его брат, предприниматель, менеджер Слава. Андрей Александров лежит недалеко от Юры Кочмара. Оба погибли на гонках. Я прожил и живу яркую жизнь, где я завсегда отвечал за то, что я говорю, и всегда смотрел не только в телекамеры, и в глаза людям, на какой бы должности я ни был. В 2000 году по поручению президента Кучмы и Совета национальной безопасности мы с Кулендоровским комбинатом уберегли весь регион Одесской и Николаевской области от голода, когда было полное обледенение, может помните, это ситуация, когда вообще ничего не едет, провода, все в толстом слое льда. Мы придумали способ, как завести муку и не допустить нехватку хлеба. 2005 год. При мне долги по зарплатам при министре Червоненко были розданы за 2,5 недели.
При мне порты работали 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы достигли небывалого для Украины рекордного тогда кредитного объема. Более 5 миллиардов долларов. Для сравнения сейчас 130 миллионов. Просто больно и слезы текут. И нету тут объяснений, потому что бизнес с той же Россией, с другими странами все равно есть. Много желания своровать. Прошлый год. Ну, еще можно сказать, я организовывал гонки «Большой приз Одессы». Я организовывал, принимал участие в ралли памяти Юры Кочмара. Здесь у меня куча друзей. Здесь я всегда хотел жить у моря, но и прошлый год это парламентские выборы. Я боролся честно, хотя мне резали бигборды, хотя я, как и Кивалов, как другие, критиковал действующего мэра Труханова. Хотя я, выборы были парламентские, почему мне резали бигборды, я его не трогал, я не критиковал его до тех пор, пока... Ну, Геннадій Труханов теж балотувався на тих виборах. І, в парламент, так. Да. Може, я... Ну, я шел, принаймні, його партія. Ну, я був самовидвіженець. Не в этом. Смотрите, у каждого наступает момент истины. Для меня важны эти выборы по одной причине. Как государственное управление с огромным опытом и с большим масштабом, я прекрасно вижу, что страна, к сожалению, близка к распаду. Идет децентрализация и по команде из центра, потому что центр не в силах сдерживать многие процессы. Точно так же она идет стихийно, как процесс выживания. Сегодня города-миллионники становятся основными очагами и центрами и ответственности перед людьми, и принятия решений всего на свете. Смотрите, что произошло. Киев делегировал кучу полномочий, кучу ответственности. Не полномочиями пока трудно. Кучу ответственности, не дав при этом деньги. Мэры находятся, не до конца дав. Вы видите, ну, что... Бюджети зросли в рази менше з тим. Інша справа, що додаються кожного року оці видатки. Ні, стоп. Київ став менше забирати. Ну, так. Но в то, что затратное, гуманитарное, я считаю, приоритетное, это образование, медицина, в целом бюджеты уменьшились. Тем более после известной лжереформы лжеминистра Супрун. Вы понимаете. Я не буду говорить о коммунальном, о всем. Мэры ближе, и сегодня на таких городах и целые будут кластеры, огромные регионы, которые будут показывать, вынуждены показывать модель выживания всей страны. Вот так развиваются события. Я Одессу люблю всем сердцем. Я предвосхищу вас вопрос, опять варяги, не одессит. Я не одессит по рождению, но я родился тоже в миллионнике, закрытом Днепропетровске, мощном городе. Но Одесса мне как-то, где бы я ни жил, во Львове 10 лет, в Киеве. Меня тянет Одесса. Я люблю море. Я еще капитан. Я люблю логистику. Я люблю этих людей, люблю их дух. Кстати, все великие одесситы, которые сделали ключевой вклад в то, что Одесса перескочила или рванула на новый уровень, на развитие, были не одесситы. Возьмем Атланжерона, Ришелье, Воронцова, Моразь, ну все, все практически. Почему я иду в Одессу и почему мэром? Ответ очень простой. Одессе нужен не хозяин с кликой, а хозяйственники. Одессе нужны правила. Одессе нужна четкая стратегия не выживания, а развития. Потому что выживание, оно всегда рождает коррупцию. Корабль, когда тонет, все, как крысы, начинают, не все, но многие начинают тянуть с корабля. Я могу свой опыт, и я имею четкую программу, что я хочу сделать. И с чем я иду с одесситами, а не с красивыми речами. Я менеджер, прежде всего, в этой жизни. Как, какая бы профессия у меня ни была на данный момент, и какую бы должность я ни занимал. Я самодостаточный человек.
От я думаю, досить там найцікавіше буде почути, які ваші перші кроки, якщо там ну не деталізувати надто, але принаймні от по напрямках, що ви перше зробите на посаді міського голови? 3 хвилини даєте? Звісно. Я сформирую в начале команду, которая будет базироваться по принципу 3П. Патриотизм, профессионализм и порядочность. Плюс дополнительное правило. Я живу по правилам. Свои главных 5 правил я расскажу позже, чтобы я был понятен. А это жесткий моральный кодекс, я из него не выскакиваю. Так вот, вначале я сформирую такую команду. Вторые 2 подправила, что все должны уметь слушать и слышать, прежде всего, друг друга. Трагедия Одессы, что она принадлежит хозяину, которого сделали искусственно, и его клики. Это страна, город договорняков. А здесь нужны правила. В договорняках нету места простым одесситам. Что я сделаю? Сформирую команду. Когда я был в Запорожье, в совершенно чуждой среде, меня оранжево кинули в Запорожскую область, где в облсовете из 120 депутатов 115 были регионалы и коммунисты, а наша Украина работала против меня по интригам, я не растерялся, я собрал команду из представителей всех партий. Партии для меня очень, они важны на выборах, они не важны для одесситов в работе. Это будут профессиональные люди, они будут полностью на виду. Если они пойдут на те правила, которые я озвучу, я их представлю людям. Если кто-то из них стратит, не будет никакого крика, как обещали, допустим, зеленые, что там не будет кадавства, они уйдут. Нельзя жить по понятиям и договорникам. Именно тем. Там понятия нет, там договорники. Понятия – это вещь, порой важнее закон бывает. Я не бандитский имею в виду, а моральный. Я представлю эту команду. Я приду в горсовет и скажу следующим образом. Нам надо жить в одной синергии. Свои лукавые договорники ваших хозяев, ваших спонсоров оставьте себе. Я не святой, и я понимаю, что вы пришли не только служить горожанам, а и шить на дому. Но это вторично. Я не ханжа. Но по ключевым вопросам, где надо людям смотреть в глаза, я буду не без компромисса. Я испробовал это, и получается, у меня оранжево в бело-голубой области, второй индустриальной и как бы платформе партии регионов, всегда у партии регионов Запорожья был первый, второй рейтинг, я выстроил систему управления, при которой город и область были довольны. Потому что есть аргументы против и предложения, от которых нельзя отказаться. Надо просто служение Одессе и одесситам поставить первым приоритетом. Это не громкие слова, это менеджерский подход. Я представлю программу, которую сейчас скажу вам. Я ее не буду расшифровывать. Я мог бы прийти с кучей цифр, графиков. Ко всему готовлюсь я сам, со своей командой. Чтобы вы понимали... Команда это не значит, они приедут сюда. То, чем я занимаюсь, это эта команда, она войдет в историю Украины, она вперед американского Uber создала Uber для грузовой логистики. В 2014 году во время войны она создала 3 программы государственных. Это логистика перевозок армии, логистика военных складов и логистика военного топлива. С экономиями от 45 до 80%. Все, чем я занимаюсь, это я сформировал и построил команду, собрав людей со всего мира, в основном молодых, которым я пишу технические задания. То есть я им пишу, как государственные процессы, управление отраслью, управлением города на базе законов, переписать вот сюда, в язык цифры, в компьютер, в телефон. Почему цифры? Потому что это 21 век, и цифра, и вот этот телефон или компьютер не берет взяток. Все там прозрачно, прозрачно онлайн, там видно геопозицию, там невозможно украсть. Ну представьте, как я не нравился генералам,
Когда я положил на стол министру обороны программу, и все было испробовано, когда он видит каждый танк с пробегом дневным, с температурой бойцов, танкистов и всего, с расходом топлива, где же украсть? Я не ханжа и не святой, я буду это повторять, но мы находимся в такой, на слово «же», что просто если мы не поймем, что надо жить по правилам и по какому-то плану, мы погибнем. Кто сможет, уедет. Кто не сможет, будет сидеть в домах без света, без воды. В Одессе вон пару дней назад отключили в 1400 домах света, потом и воду. Бред в 21 веке. Поэтому моя программа, она состоит из 4 глобальных пунктов, которые мне готовят, и я, это мои люди. То есть мы в любой ситуации готовы построить ту программу, которую можно показать и горожанам, и финансистам, и специалистам. Давайте все-таки трохи пройдемося по цих пунктах, да. Якщо ми вже пішли, тому що хочеться ще й да. У партійному розрізі поговорити, хоча ви цього не дуже любите. Если я не подведу это, не будет понятно. Всегда любая программа начинается, откуда деньги взяты? Кто агрегатор денег? Главный. Их два. Это порт, логистика и туризм для Одессы. Начнем с главного – логистики. Одесса – уникальный порт, это логистический центр. И все это находится на территории Одессы в основном и прилегающих городов. Раз оно на их территории, то, как говорится, город должен быть и в теме, и вдоль. И такое взаимодействие при мне министре строил было, потому что приворуется, потому что невозможно прокладывать выезды с портов, нормальную логистику, не работая тесно с городом. Город может быть субъектом. Об этом не будем расшифровывать, это ноу-хау и так далее. Куда тратить? Что у нас самое, вот как говорится, горловое или главное, куда тратить деньги? Вы не поверите, прежде всего, на медицину. Почему? Любому горожанину, а главное, гостю города, не только из Турции, по секс-туризму, нужна успокоенность, нужна защищенность. Поэтому главным будет медицина. Мой план – реконструировать или построить медицинский центр, считайте, больницу огромную, которая будет лучшей в Украине и даже для иностранцев. Плюс за бюджетный кошт? Это не, мы не детализируем сейчас, времени нет. Добро. Это Одесса – огромный центр реабилитации. Все плачут, что санатории вот не воспользуются. Очень короткий курортный сезон. И кроме курорта надо продлить время санаториев и всего. Для этого нужен такой центр. А что у нас есть? У нас есть море, морской воздух и врачи. Поэтому надо воспитывать врачей. Мы переходим к третьему главному. Это образование. Что в логистике, что в малом бизнесе, что в туризме, что в медицине, а главное в образовании должны быть люди. Нельзя сокращать учителей, это ты стреляешь в будущее. Это я вам говорю на своем опыте, а не лозунгами. Если мы воспитаем людей с профессиями, мечтой красивых одесских девушек не будет попасть в дорогой экскорт многих, у кого нет богатых родителей и так далее. Мы открываем возможности. Человека нельзя заставить остаться в Одессе и любить Одессу, несмотря на песни Утесова, фольклор и традиции, если тебе нечего кушать. Я не понимаю патриотизма с голодным желудком. И поэтому, знаете, любой менеджер не любит затратные части, тем более социальной. Это всегда минус, который не дает плюса, в отличие от логистики. Но тут возникает четвертый фактор, два фактора. Это туризм, который тянет все, и торговля. Одесса была всегда центр торговли. Поэтому было и Порто-Франко, и при этом развивалось. Видите, что происходит? Туризм. Моя задача и команда будет привести сюда туристов с развитых стран, то есть туристов с большим кошельком. Но для этого им нужна медицина, чтобы они чувствовали себя защищенными, не обваленные фасады, отсутствие пробок в городе.
нормальные рестораны, где его будут непринудительно обслуживать на украинском языке, будут разговаривать на языке, на том, которым пришел клиент, оставить свои деньги. Для этого нужно образование. Я не брежу, я все это делал в Запорожье. Многое. Смотрите, что произойдет дальше. Мы получим другой город, а благодаря туризму мы получим другое качество жизни. Одесса очень дорожит каждый своим. Кто двориками, это святая святых, кто старыми домами, которые рушатся из-за того, что кому-то хочется украсть сегодня на сегодня, или, как они говорят, нажить, заработать. И от этого уничтожаются исторические дома. Ну, я ж величезна кількість просто старих будинків, які рушать. В нас просто зношений житловий фонд, і ніяких коштів місцевого бюджету не вистачить навіть на 10%. Ко всьому треба підходити виборочно. Для цього, от в системі управління і в моїй команді будуть одесити. Знаєте, по які? Представители профсоюза в Одессе, представители громады, чтобы в споре, не конфликте, власти, которой нужны деньги, чтобы выполнить свои функции, и слушая, не просто «а я хочу», мы будем решать, вот этот дом исторический, его надо сохранить, будет главный человек, это главный архитектор Одессы для меня. Одесса застроена хаотично сегодня и застраивается. Мы потеряем доход, туризм. А туризм должен быть, безопасный, а сегодня Одесса на 11 месте среди бандитских городов мира, и на 18 по пробкам. С пробками легче всего. У меня есть готовая программа, я ее обкатывал на Евро-12, будучи первым заммэром Киева и вице-премьером, и главой агентства по Евро. Это современные многоуровневые паркинги. Не вот эта показуха, что сейчас делает мэр перед... Их не хватает. Есть огромные резервы, где каждый ресторан, каждое кафе, допустим, бронирует места и не дает, даже когда магазин закрыт, на них стать. Но это ни с кем не... У меня нет времени на войны. Я буду предлагать всем консенсус. Но самое главное даже не это. Одним морем и городом, город должен быть красивым. Не за... В 21 веке богатого туриста не приведешь. Я имею опыт Ялты-Рали. Вот чтобы те, кто смотрят, не думали, что я идиот и брежу. Это не игра в машинки и не игра в гонки. Ялта-Ралли проходила всегда в сентябре, в конце курортного сезона. Так вот, если мы довели благодаря Ялте-Ралли посещаемость Крыма с вице-премьером Псаревым с 2 миллионов за 10 лет до 6,5 миллионов туристов. Я скажу ближе, что будет одесситом. За 2 недели Ялта-Ралли за счет богатых приезжих бюджет Ялты за 2 недели получал 4-месячных нормы бюджета. А плюс чемпионаты мира и Европы – это Евроспорт, это Sky One, это Евроньюз. Это 400 миллионов людей на протяжении 2 недель, 8 передач по полчаса, в каждой 15 минут – это виды города, народные обычаи, танцы, культура и так далее. И люди поехали. У меня был девиз «Ялта будет украинским Монте-Карло». Пожалуйста, имеем оперный. Это не так много денег надо, это надо желание иметь. Сделать оперный фестиваль современной эстрадной музыки. Я не хочу кому-то рэп. Власть должна создавать условия, понимая, что все это будет в телевизоре. Понимая, что все это будет в интернете. Что люди заинтересуются и приедут не секс-туристы, а приедут люди, которые оставят здесь деньги. Я хочу сюда привезти чемпионат мира по кольцевым гонкам. Ралли здесь у меня, сертифицированные трассы у меня как двукратно, 2 раза. Я был по 6 лет президентом Автомобильной Федерации. Украина со 145-го места пришла на 7-е в мире по автоспорту. Это дорогущий вид спорта. Но я знаю, как это делать. Понимаете, главное есть синергия, если власть умеет слышать и слушать, а одесситы активны, то вот этот приезд событийного туризма, это тренд 21 века, он приведет кучу и круглогодичную практически загруженность ресторанов, музеев, филармоний.
гостиниц и так далее и тому подобное. Цель моя и последняя. Одесса, в моем понимании, это не 7-й километр. И я ни у кого не собираюсь, я никогда не делю и не ломаю. Так было в Одессе, в Запорожье. Я просто сделаю простую вещь. Мы добавим туда новые технологии, новый подход. Я предложу. Одесса станет аутлетом страны и не только страны, куда поедут люди. Почему Одесса? Вот чтобы закончить. Это основные направления. Когда меня назначили губернатором, первая сессия облсовета, я выхожу на трибуну и по Фрейду говорю: «Добрый день, дорогие одесситы». Зал от смеха упал. Но, видимо, ничего на земле не проходит бесследно и случайно, поэтому я здесь. Я очень серьезно настроен. Услышат меня или поддержат – это дело одесситов. Это их жизнь. По крайней мере, я говорю сразу и не только вам. Я напишу бумагу. Я никогда не люблю. Самое страшное для меня – стыд. Я был по природе чемпион и живу, никому не рассказывая, что у меня болит и какое у меня настроение. Я напишу бумагу, что если моя программа, которую я предоставлю, и одесситы реально за полтора года не почувствуют улучшений, то я запущу, эта программа я предложил Зеленскому, электронный плебисцит, апробированный в мире. Если скажут: уезжай, я скажу: честь имею, я был перед вами честен, красть мне неинтересно. Я умею зарабатывать официально, мир стал прозрачен. Я умею это делать. Чтобы вы понимали, я руковожу коллективом огромным, несколько тысяч метров в самом дорогом офисе страны, в самом высоком, на самом последнем этаже. У меня все есть. Любимая работа. Но в жизни, как человек, отдавший государству в высшем ранге, в высшем категории, 5 раз занимавшего ранги министра должностя, у меня есть долг перед страной. Я чувствую силы, я чувствую опыт. Я чувствую, что мои идеи работают и приносят доходы. И не обязательно тебе, лучше людям. Цель – каждый одессит должен, а, стать богаче, б, гордиться, где он находится. Вот все. Пане Євгене, ви достатньо в межах ефіру, принаймні, детально презентували свою програму, але ви правильно зазначили, що вибори – це все-таки не тільки господарські, навіть місцеві, а й політичний момент. От для мене особисто було досить дивним, що ви йдете від команди нашого краю. Адже і медійну підтримку вам зазвичай надають такі канали, які більш лояльні до ОПЗЖ, і на місцевих виборах вас підтримали, ви хоч саме усуванці ми йшли, все-таки підтримали представники ОПЗЖ. Чому наш край? Чому такий вибір? Вибір був тяжелий. Вибір був довгий. Безусловно, я дружу зі всіма в партії «За життя», розділяю багато взгляди. Ну, я би, якщо б в Києві вирішили, що я йду, да, шанси побідити на одеських виборах, особенно против, как говорится, некоторых кандидатов, были бы больше. Но я сам сильный. Но, во-первых, я бы подвел кандидатов от ОПЗЖ, которые работают здесь. Им было бы обидно. Я не люблю ходить по чьим-то головам, даже имея на это возможность. Второе. Наш край. Наш край организован был 5 лет назад. Главная концепция, как он организовался. То, что он 5 лет не работал, и кто там сейчас, это не мой вопрос. Я отвечаю, сразу говорю, за городскую организацию и за первую десятку, которую я веду в горсовет. Я же реалист. Там врачи, офицеры, доценты, поэты. Михейшин, ваш одессит. Практически все мои хиты и песни, которые крутятся и здесь, и в странах СНГ, я пою еще. Я знаю. Они на стихи Владимира Михейшина. Он настоящий одессит до мозга костей. Почему наш край? Смотрите, есть глобальные партии, партии под лидеров. Мы их все видим на политическом небосклоне. У нас вообще идея партии отличная от мировых. Там идется партия под идею и под стратегию. Все эти политические вожди, мы видим, бронзовеют, партии под лидера. Возьмите от Ющенко,
Тимошенко, кого угодно, Януковича, Зеленского, Порошенко. И эти вожди бронзовеют, и им дело до простых людей, особенно тех, которые в ответе за тех, кого они приручали, до простых хозяйственников, директоров, мелких предпринимателей, крупных предпринимателей. Им нет дела. Только дай, и все. Мы тебя, может, за бабки поставим в каким-то место в списке. И остался огромный слой людей, не только в Одессе, а и везде, которые в ответе за то, что они говорят и делают, твои дела кричат так громко, что я не слышу, что ты говоришь. Мое первое правило жизни. И вот эти люди, они неприкаянные. Они ситуативно то там, то в другой партии. И я вижу платформу. Тобто це ваші люди, наскільки я розумію? Нет. Ідея мне нравится. Ви кажете, що ви відверта людина завжди. Мої люди в первой десятке горсовета. Є люди, наприклад, там Антона Кісе, люди ще когось представляють. Ні, вони в вашому списку. Нет. Є квоти? Нет. Я відказав сразу. Антон Кісе, его зона ответственности. Оце важливе питання, да. Я должен был идти первым номером и в области, как пошел Рабинович, я не пошел. Угу. Это его зона ответственности. Я буду отвечать за тех людей, которых я взял в список с собой. Кроме того, по императивному мандату я всех предупреждаю. Я на работу беру на ключевые должности, мне пишут два заявления. На вступление на работу я даю в отдел кадров или HR. А второе на увольнение с открытой датой лежит у меня. Извините, я не подарочный. Я несу ответственность за тех, кого я беру в лодку. И поэтому я говорю о городе. Ну, о стране. Эта партия, я надеюсь, идея. Она 5 лет ничего не делала. Кроме вот у вас Кисе дел что-то в области, у них есть рейтинг. В городе у нашего края мизерный рейтинг. А они фактично местом и на выборы не ставили за завдание потрапити. Я пришел в Одессу, вот глядя людям в глаза, всерьез. Если мы проходим горсовет, я здесь буду и жить, и работать. И все равно буду делать то, что наметил. В договорняки, ну, во-первых, это, во-вторых, ну, не с руки мне идти вместе, местные договорняки и так далее. Ой, знаете, у нас досвід і вік ніколи цьому не заважали. Ну, я не про вас, ні в якому разі. Никогда не говори никогда, но у меня другая формула жизни. Мир стал прозрачный, мне мое честное имя и легальное. Читайте мою биографию, слушайте, иметь выслугу 27 лет на высших, 25 из них, первый ранг, первая категория государственного человека и не иметь уголовных дел, это чемпион мира. Понимаете? Пусть ищут, что хотят. У меня было одно дело. Вы с приводу концерну «Орлан», насколько я помню, так? Это не по концерну «Орлан». Это было там что-то. По концерну «Орлан» я просто потерял почти полмиллиарда долларов, потому что я отказался идти за еду. Не открыто это сказать. Ну, там была, здається, открыта справа с приводу податков. Да, и садили, и все, податков. Ничего этим не закончилось. Мне четко сказали в лоб. Иди вернись за еду от Ющенко. И ты в дамках, станешь богаче. Я сказал, нет. Меня рвали на части, поверьте, все, что есть в налоговой и в других было. И люди, я никуда не убегал, и люди сидели. У меня лежал практически проект покупки Bill of Payment после due diligence на покупку Orlan Beverages. Империи напитков, помните, Премьера, Пепси, Швепс. Я построил первый баночный завод в СССР. Все директора завода говорили, он сумасшедший, а я стал больше всех и выиграл рынок. И первый я внедрил прямую дистрибуцию, был больше Абалони по объему и экспорта, наравне с Кока-Колой тогда. И не шутки, я в шутки не играю. Смотрите, я потерял цену полмиллиарда долларов. Купили дороже, но купили Сандору. Мы зараз дуже глибоко підемо в ту справу. Я никуда, вы спросили, я ответил. Мне не за что краснеть. Да, я не стал олигархом. Ну и что, я не кушаю. Я самодостаточный человек. Я не вхожу в Forbes 100 Украины. Но для меня важнее дело. Я не беру кредиты и начинаю их тратить, как это делает Украина или местные бюджеты. Для меня кредит — это священная корова, которую ты спишь ночью и думаешь, как прежде всего отдавать. И побыстрее отдавать.
Но это твой ракетоноситель выйти на новый уровень собственной доходности. Мы уйдем в менеджерский язык. Меня называют часто контуженным. Но жизнь показывает, что я не прячу ничего и живу. И вопросы ко мне задавать. Я был миллионером долларом при Советском Союзе. В профессиональной команде. В чем вопрос? И это все знают. Вопрос совершенно в другом. Сегодня 2020 год. Год вызова. Год пандемии. Коронавирус – это не только страх людей и болезнь, от которой пока нет реальных лекарств. Ну, вроде русские вакцину сделают. Коронавирус – это изменение бизнеса и хозяйствования мира. Я это понимаю как никто. Мир становится другой. И тот, кто считал, что у него вот эта вот автостоянка или он стоит на каком-то потоке в городе, берет взятки, срежет он или не срежет бигборды. Кстати, говорят, только мне и Кивалову запретили бигборды. Или только мне. Не знаю. Так вот это уходит все. Мир вот здесь живет. В цифре. И я этим занимаюсь. И занимаюсь прикладным. Одним из первых, кто пошел в цифру и привел ее в логистику, в реальный сектор экономики. Так что задавайте любые вопросы, я готов всегда. Ну, я думаю, що в межах цього ефіру ми вже не встигнемо поговорити більш детально, але з радістю чекаємо вас знову в студію. Дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас. Стоп. Так. Щоб було зрозуміло, о чому я говорю. Ну, да, закінчується. Одна хвилина. Одна хвилина. Я швидко прочту своїх 5 правил. І пусть як хто хоче думати, але це мій кодекс честі, це моя релігія. Перше, твої діла кричать так громко, що я не слышу, що ти говориш. Второе. Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. Третье. Нет острова счастья в море несчастья. Четвертое. В гробу карманов нет. И пятое. Каждый человек должен жить в ладу с самим собой, уважение к себе. А еще есть вижу цель, не вижу препятствий. Вот так. Понравятся люди, по крайней мере, проголосуют за меня. Но, по крайней мере, у меня цель в Одессе одна. Улица Червоненко. Когда-нибудь. Когда меня не будет, мне понты не нужны. Амбітна мета, я думаю, вас одесити почули. Ще раз вам дякую за те, що ви до нас прийшли. Ніхто не вірив, що я буду останнім чемпіоном Союзу, але тренер одесит це зробив зі мною. Я нагадаю, що у нас в гостях був Євген Червоненко, кандидат в мери Одеси, я думаю, вже можна так говорити. Екс-міністр, да. Ну, я думаю, що зареєструють. Екс-міністр транспорту України, екс-губернатор Запорізької області. Людина займала багато посад і дійсно цікавий гість. Це була студія «Репортер», яку провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.